Эти кадры в сети появились пару дней назад и уже получили немало комментариев. На видео школьники играют с бродячими собаками. Проблема с бездомными животными в столице Бама существует уже давно. Неоднократные случаи укусов собак были зафиксированы в предыдущие годы. В ближайшее время проблему обещают решить. Неделю назад в установленном законом порядке зарегистрирована некоммерческая организация с целью создания приюта для бездомных животных. Администрация ищет помещение. Готовимся объявить торги на отлов и передержку бездомных животных. Поможет ли открытие приюта полностью избавить жителей Тынды от бродячих собак? Вопрос остается открытым. В Благовещенске подобное учреждение существует уже давно. Однако не всех бездомных животных удается принять.